В Уфе машина скорой помощи с включенными мигалками выехала на перекресток на красный. В этот момент в нее врезался кроссовер, водитель которого, скорее всего, не увидел медицинский автомобиль. От удара скорая легла на бок. В результате аварии травмы получили пассажиры кроссовера, женщина и ее 5-летняя дочь, а также находившаяся в спецмашине фельдшер и пожилая пациентка. В Орске у молодого человека внезапно проснулся первобытный инстинкт добытчика, когда он увидел растущие за высоким забором яблоки. Он потянулся к плодам, но смог лишь сорвать только один из них. Тогда парень позвал друга. Тот подставил руку, на которую первый товарищ уверенно встал. Так они нарвали целую охапку, после чего уехали. Позже хозяйка дома обнаружила не только пропажу яблок, но и помятую. И забор. В Уфе электросамокатчик решил эффектно преодолеть бордюр, но оказался на асфальте. Впрочем, парень не растерялся, моментально вскочил и, словно ничего не произошло, поехал дальше покорять город. Еще одна история про электросамокат. Во дворе подросток не справился со своим железным конем. Тот выскочил из-под молодого человека и угодил прямо под стоящую легковушку. Сам наездник тоже полетел в сторону автомобиля. После случившегося подросток решил оставить самокат и уйти, но его товарищ настоял, чтобы он достал двухколесный транспорт. Если вы стали свидетелями каких-либо событий, запомните время и место и напишите нам. Мы постараемся найти этот момент на видео и показать. Также присылайте свои видео с камер наблюдения. В Йошкар-Оле прошел неожиданный краш-тест домофона. Вандал с энтузиазмом ударил булыжником по камере устройства, надеясь, что победа будет за ним. Но технологии не подвели. На дисплее остались только царапины. На следующий день товарищи вандала не смогли сдержать восхищение и дружно похвалили домофон за прочность. А так камеры домофона вообще нет. Хорошая камера, хорошая. А вот в жизни хулигана могут остаться куда более серьезные царапины. На него написано заявление в полицию. В Уфе камера умного домофона компании Уфанет запечатлела трогательный момент. Вышинели! Крылатые хотели! Услышав знаменитую песню из фильма «Приключения электроника. Крылатые качели», местный житель не удержался и начал подпевать ребенку с балкона. В Подмосковье местный житель решил, что никакой автомобиль не имеет права занять его любимое место во дворе. Как только водитель попытался припарковаться, герой встал на пути, словно шлагбаум. Позже, когда же машина все-таки заняла парковку, предприимчивый мужчина ударил ее ногой. Автомобиль, к слову, так и остался на своем месте. На этом уфимском перекрестке чуть не произошла трагедия. Водитель автобуса при повороте не заметил двух девушек на зебре. В последний момент одна из них отскочила в сторону, чуть не оказавшись под колесами общественного транспорта. Водитель автобуса спокойно продолжил движение, а что касается пешеходов, то они, переведя дух, тоже ушли по делам. Под Оренбургом мальчик на велосипеде выехал на перекресток прямо перед машиной и угодил под ее колеса. От удара ребенка отбросило на несколько метров. С переломами школьника увезли в больницу.
Установите мобильное приложение «Мой умный дом» от компании Уфанет и просматривайте городские видеокамеры в онлайн-режиме. Камеры на оживленных улицах и перекрестках всегда под рукой. При необходимости архивную видеозапись можно приобрести в офисе АО Уфанет. Это был «Видеодозор». Спонсор выпуска – компания Уфанет.